Обозреватель BoxingNews24.com Дэн Амброуз согласен с мнением Кенни Портера, который считает, что Саулю Канело Альваресу не под силу одолеть чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина. Стоит согласиться с Кенни Портером, сказавшим, что Геннадий Головкин задаст урок Саулю Альваресу когда, если их бой состоится. На данный момент, я считаю, что Головкин уничтожит Канело, даже если голденбой будут ждать до 50-летия казахстанца. Думаю, Головкин всегда будет способен побить ограниченного бойца вроде Альвареса, который не может драться на полную более 1-2 минут каждого раунда без передышек на канатах. Эта привычка к перерывам и погубит его в поединке с Геннадием. Если Канело пойдет на канаты, бой может закончиться за 1, в лучшем случае, за 2 раунда. Немногие любители бокса считают, что голденбой осмелится выставить своего золотого гуся Канело в ринг против Головкина в 2017 году. Вместо этого, ему подберут легких соперников, вроде Хулио Сезара Чавеса-младшего в мае, Билли Джо Сондерса в сентябре, а затем Мигеля Котто в декабре. Думаю, голденбой будут посматривать на Головкина лишь за тем, чтобы увидеть, не начал ли он выглядеть уязвимым ввиду своего возраста. Если Головкин начнет выглядеть проходным, то их поединок может состояться в мае 2018. Говорящим также является тот факт, что промоутеры Альвареса предлагают Головкину фиксированную плату вместо процентов от общего дохода. Это указывает на то, что они не намерены устраивать этот бой прямо сейчас. Тем не менее, это действительно поможет Канело поддерживать его продажи по Pay-Per-View на отметке около 300 тысяч даже в поединках заведомо слабой оппозиции, которая его кормит, написал аналитик.